Алло. Федор Витальевич, это вы? Алло. Что вы здесь делаете? Здравствуйте, Ирина Ефимовна. Впрочем, я знаю, что вы здесь делаете. Ну, вообще-то у нас есть ордер на обыск. Мы вас не нашли, поэтому вынуждены были действовать таким образом. Без понятых. Но это повторный обыск. Улики можно подбросить когда угодно. Вы верите, что я вам могу подбросить улики? Их и так достаточно. А что вы тогда здесь делаете? Меня ищете? Я действительно пришла за вами. А вы здорово придумали спрятаться в собственном доме. Никому и в голову не придет вас здесь искать. Да. К окнам я не подхожу, свет не включаю, к телефону тоже не подхожу. Кстати, вы говорили по телефону? Я разговаривала с Сеченовым. Вы говорили про Толю. А расскажите мне, вы что-то знаете о нем? Нет, ничего определенного пока сказать не могу. Следствие не закончено. Понятно. Ирина Ефимовна, я предлагаю вам сейчас поехать ко мне и спокойно все обсудить. Не, больше на свете я хочу даже не умереть, знаете, а исчезнуть просто, и все. Я понимаю, что вы переживаете. Я понимаю, как вам тяжело. Но все-таки поехали ко мне. Что вы знаете? Что вы можете знать о моих чувствах? Вы вообще что-нибудь в чувствах понимаете? Кстати, с кем вы говорили по телефону второй раз? Не знаю, там молчали в трубку. Зачем вы подошли? Я думала, это Сеченов решил перезвонить. Вы понимаете, что это опасно, что это они? Так, не волнуйтесь, я предлагаю поэтому поехать ко мне. Если хотите, я вызову охрану. Поздно. Так, Ирина Ефимовна! Ирина! Тихо. Ирина Ефимовна? Ведите себя тихо, и все будет нормально. Мы сейчас спустимся вниз, вы сядете в машину, и мы поедем. Только не надо кричать. Нет, я буду кричать. А вот этого вообще не надо делать. Все очень серьезно, Ирина Ефимовна. Черт!
Все не так просто, Федор Витальевич. Патологоанатом подтвердил. Удушье наступило в результате тяжелого нервного потрясения. Пожалуй, мы поторопились, переведя покойного сюда. Он-то знал, что эта камера – гиблое место. И ты знал? Все-таки поместил его сюда? Это вы приказали перевести живцов в одиночную камеру от маньяков. А других свободных одиночек, кроме этой камеры, у нас не было. Толик был очень впечатлительный. Потом столько навалилось, жена изменила, человека убил, в камеру попал, где еще 300 лет назад творились всякие зверства. Никого живцов не убивал. Ты это прекрасно знаешь. Федор Витальевич, ну что же мы друг другу жить-то не даем? Почему вы так агрессивны? Зачем так нервничать? Видите, что с людьми от нервов бывает? Я не понял, ты мне угрожаешь, что ли? Боже, сохрани. Я просто хочу, чтобы каждый занимался своим делом. Вы были замечательным командиром спецназа. Ну зачем вам эта тюрьма? И себя губите, и другим жить не даете. Есть конкретные предложения? Я хочу сделать вас богатым. И уже не важно, уйдете вы или нет. А что будет с Живцовой? Что вы с дедом? Наконец, что вы сделаете с Римской? Вы, как всегда, больше думаете о других, чем о себе. Не волнуйтесь, я каждому готов предложить разумный компромисс. Забыл, что вы не важный дипломат. Зато ты дипломат. И какой компромисс ты предложил моим друзьям? Косте, Вите, ты ученику. Я уж по Живцову не спрашиваю. Он был твоим другом. Со своими людьми я сам разберусь. А лейтенанта своего вы сами погубили. Что, если сейчас возьму и размажу твою башку по стенке? Что ты скажешь? Нервы, майор, нервы. Пусти. Можешь написать на меня рапорт. Я не самое страшное зло, я только его часть. Только часть. И не дай Бог тебе коснуться того, что стоит за мной. Ты раздавишь меня. Эти стены тебя раздавят. Ты думаешь, я убил Живцова? Я только попросил. Только попросил. Ты больной. Лечиться тебе надо. Значит так, прапорщик. Больше в эту камеру никого не сажай. Народ нынче хлипкий пошел, нервишки ни к черту. Тут еще начальник наш с Живцовым поговорил, тот психанул и помер. Вот такие, понимаешь, парадокс.
Товарищ майор, решите. Живцов какие-то странные вещи рассказал. Какие? Будто бы начальник старый наш, Буланов, царство ему небесное. Ну. Вроде бы за 20 минут перед тем, как его убили, какую-то хреновину в карман себе сунул. Какую хреновину? Не могу знать, товарищ майор. Но якобы эта хреновина очень интересует Сеченова. Ты ничего не путаешь? Никак нет, товарищ майор. Так. А ты лучше стал выглядеть. Есть у меня кое-какие мысли по поводу твоего парня, как его от срока отмазать. Отмазать? Тихо, тихо. Не все сразу. Терпение. Ну и насчет нашего разговора с начальником. Не трещи никому. Давай, я тебя предупредил. Стрелкин. Я. Что ты орешь? Тише. Извините, я. У меня к тебе очень серьезный разговор, Стрелкин. Я слушаю, товарищ майор. Ты видел, как Буланов встречался с Живцовой Ириной? Когда? Так, Стрелкин, соберись. Перед смертью Буланов встречался с библиотекаршей. Ты это видел или нет? Да, вроде так, да. Говори конкретнее. Так точно, товарищ майор. Я видел, как начальник разговаривал с библиотекаршей. Что ты орешь? Тише, тише. Но я следствию это сказал. То, что видел, то и сказал. А ты видел, он что-нибудь ей передавал? Я не понимаю, товарищ майор. Ну, что-нибудь передавал в пакетике. Нет, не видел, нет. Ты только что сказал, что все видел. Но я видел, как они разговаривали, но чтобы он что-то передавал, я не могу знать. Я просто не видел, не могу. Ты внимательно смотрел? Может, ты отвлекся? Нет, я не могу сказать, что я не сводил с них глаз, но чтобы он что-то передавал, может, и передавал. Они ругались очень. Ругались, значит? Да. А потом муж ее пришел сразу же. Ну, ладно, спасибо, Стрелкин, спасибо. Рад старый старович майор. Я так и следствию сказал. Мы же сами говорили, очевидных фактов не скрывать. Понял тебя, понял. Иди. Есть. Ну, здоров. Ты что здесь? Привет. Тебя разыскиваю. Есть новости. А что такое? На Римскую напали. Как? Она жива? Не знаю. Как мне доложили, так я тебе и передал. Ну, то, что выяснить не мог. С двумя бабами справиться не мог. Не знаю, где ее теперь искать. Пока не знаю. Все. И еще больше сюда не звони. Черт. Да, Светочка. Не, ну ты же знаешь, я много места не займу. А, понятно. Приезжает мамочка. Ага. А что такое? А, заболел маленький. Температура. Ой, да господи. Ну, понятно. А, да. Ну, ты там держись. Угу. Нет, нет, со мной все будет нормально. Да, не волнуйся. Да, сама там держись, да, все. Угу. Угу. Привет. Пока. Все же я не понимаю, зачем вы потащились к этой Живцовой? Да еще без понятых. Я просто хотела лучше понять эту женщину. Поняли? Если честно, не очень. Зачем вам вообще понадобилось ее понимать? Нахрена вам сдалась эта ненормальная? Потому что она очень важный свидетель.
И на нее действительно напали. Это мог быть простой грабитель. Нет, таких совпадений не может быть. Даже в милиции этому не поверили. А попросили меня помочь сразу составить фоторобот. В чем вы меня обвиняете? В том, что вы провели несанкционированный обыск. Неужели непонятно? Я хотела ей помочь, потому что я не верю в виновность ее мужа. Ах, вот как? Не верите? Да, не верю. И докопаюсь до правды, чего бы мне это ни стоило. Я прошу прощения. Да. А что это за аромат от вас сегодня идет, а? Просто сшибающий с ног. Вы что, на себя сегодня целый флакон вылили? Просто, когда я гналась за этим, как вы его называете, грабителем, я кинула в него свой портфель, и мои духи разлились. Вот вам и запах. Бедный грабитель. Так, я к вам вообще-то по делу. Слушаю. Полина Дмитриевна, что случилось? Почему вы мне не позвонили? Вы же могли в любое время позвонить. Да не волнуйтесь, все нормально. Я просто полночи просидела в милиции, давала показания своим коллегам. А потом пришла домой безумно уставшая, рухнула и уснула. Запах хороший, мне нравится. Это мои духи разлились. Так что там было в квартире? Да, к сожалению, ничего нового. Живцова убежала, к ней по дороге пристал какой-то мужчина с пистолетом. Я кинула в него свой портфель, и вот... Короче, Живцова забежала, и я ей глазом не успела моргнуть. И что, мужчину задержали? Да нет, я же была одна, ничего не смогла сделать. Вот только остался номер телефона, по которому звонила Живцова. Мне кажется, это где-то у вас. Хорошо, я все проверю. Товарищи, я вам не мешаю тут? Вы, Борис, извините от меня. Конечно, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Главное, лучше поздно, чем никогда. Ну, вы же понимаете, доложили, что на Полину Дмитриевну напали. А что, кто, даже никто толком сказать не может. Не беспокойтесь, Полина Дмитриевна себя в обиду не даст. Полина Дмитриевна сама ведь кого угодно обидит, правда? Посмотрите, вы не встречали этого персонажа? Это именно он держал Живцову на мушке. Да, знакомое лицо. А вы все-таки героическая женщина, Полина Дмитриевна. Спасли жизнь, свидетельница. Да ладно, какая героическая? Пробежала от него полквартала, ногу подвернула и не выспалась. Павел Борисович, а вы на служебной машине? Да, а что? Может, уступите ее, Полина Дмитриевна? Я бы с радостью, но, к сожалению, я опаздываю на встречу с прокурором. Да ладно, я сама доберусь как-нибудь. Я вас могу на своей подвезти, если что, мне по пути. Ну, это меняет дело, нет проблем. Тогда можете воспользоваться моей машиной. Полина Дмитриевна. Спасибо большое. Прошу. Павел Борисович. Ой, ой! А вы кто? Ничего себе. Это я бы хотела вас спросить. Вы-то кто? Ой, простите меня, ради бога. Мне просто нужен Федор Витальевич Сеченов. Понимаете, его на работе нет. Я подумала, может быть, он дома. Дома его тоже нет. Ой, простите меня, ради бога. Извините. Простите, меня зовут Ирина, а вас? Меня Ольга. А что еще? Вы знаете, мне очень нужен ваш... Муж? Да. Я ничего не могу вам помочь. Простите, пожалуйста, у меня просто к нему очень важное дело. Я все понимаю. Извините, я не могла бы вот у вас его подождать? Вы с ума сошли? Вы вообще как это себе представляете? Я вас вижу первый раз в жизни. Вы бы оставили у себя дома незнакомый человек? Ну, нет, конечно, но вы понимаете, это так все... Я все понимаю, но ничем не могу вам помочь. Еще раз. Простите. До свидания. Петр Витальевич, насколько я понимаю, вы с Полиной Дмитриевной пытаетесь вести свое собственное расследование? Я не совсем понимаю, о чем вы. Да перестань, все вы понимаете. Но я надеюсь, вы отдаете себе отчет в том, что подобная самодеятельность может плохо кончиться. И для вас, и для Полины Дмитриевны. Мы ничего такого противозаконного не делаем. Буланов был моим старым другом, я просто обязан помочь следствию. Да, следствие давно закончено. В связи со смертью подозреваемого. Нет, неправильно. К тому же я не верю, что это Живцов убил Костю. Эх, Федор Витальевич, Федор Витальевич. В нашем деле личные отношения – вещь опасная. Нужна холодная голова. И, извините, никаких пристрастий. Какие пристрастия? Я просто хочу найти настоящего убийцу. И никого подставлять в связи со своими личными мотивами я не собираюсь.
Просто хочу найти убийцу. Да я не об этом. Просто я боюсь, что вы подпали под влияние Полины Дмитриевны. Да нет, ну это вы преувеличиваете. Да нет, скорее наоборот. А Полина Дмитриевна, она подвержена навязчивым идеям. Вы что имеете в виду? Ну, например, она убеждена в том, что в тюрьме, которой, между прочим, руководите вы, действует глубоко законспирированная преступная организация. А что вы думаете по этому поводу? Ну что, конечно, трудно любить тюрьму, но я так думаю, что у Полины Дмитриевны есть личные мотивы не любить именно эту тюрьму. Ну, какие могут быть мотивы? Ну, я не люблю сплетен, так что. Нет, вы продолжайте, вы же начали. Ну, хорошо. 3 года назад у Полины Дмитриевны был роман с неким Корсунским. Так вот, его убили. Угадайте с 3 раз, где именно. Что, в тюрьме? Да, точно. Я предполагаю, что это произошло по ошибке. Но... Ясно. Вам у прокуратуры? Нет, мне, пожалуйста, чуть-чуть дальше, вон там, на уголке. А что, подробности вас не интересуют? Так мы уже приехали, так что подробности в следующий раз. Действительно. А, ну ладно, спасибо за то, что подвезли. Не за что. Всего хорошего. До свидания. Всего хорошего. Олечка, здрасте. Как я рад вас видеть. Я рад. Да. Ой, как ручка у вас замечательно пахнет. Правда? Я не могу не переживать, понимаешь? Это я виновата в том, что с тобой случилось. Не говори ерунды. Я не говорю ерунды. Просто я слишком много работала, понимаешь? Давала уроки и уехала. Ну, ты же занималась любимым делом. Самое обидное, что, детка, мне нужна моя музыка. Я занималась любимым делом. Я оставила тебя одного. Я знаю, я плохая мать. Мам. Угу. Ты самая лучшая. Правда. У тебя все будет супер. Я знаю. Я должна была тебя спасти. А вместо этого я занималась личной жизнью. Мам, ты все равно меня не спасла. Нет, я должна была что-то сделать, понимаешь? Можно было либо помирить тебя с этой девушкой, или развести тебя с ней. Но что-то надо было что сделать. Сделано, понимаешь, хоть что-нибудь. То сделано. Ты же не делала этого, правда? Лёнь, ты этого не делал. Там я не помню. Может быть, делал, может быть, не делал. Я не помню, правда не помню. Я встречалась с адвокатами. Они сказали, что шансы есть. Мам, не обманывай себя. Шансов нет, мне их не нужно. Ну что ты говоришь такое? Шансы есть всегда. Не надо, ты просто не надо отчаиваться. Я тебя очень прошу, пожалуйста. Не надо верить весь этот кошмар. Я написала отцу, он обещал помочь. Кому ты написала? Отцу. Твоему отцу. Ну, он же погиб в Афганистане. В Афганистане погиб мой первый муж. Он к тебе не имеет никакого отношения. Я вышла замуж во второй раз, и твой отец уехал, когда тебе было 8 месяцев. И знаешь, он сейчас достаточно богат, известен. Он до последнего времени думал, что мы с тобой уехали то ли в ЮАР, то ли в Австралию. Я надеюсь, он сможет нам помочь. Что же, он раньше нам не помогал? Раньше мне не нужна была его помощь. А теперь? Теперь помощь нужна тебе. Я не понимаю тебя, Федор. Ты что, прилетел как ошпаренный?
позвонить не мог. Я пришел лично вас убедить в правильности моего решения. Клыкову необходимо уволить, а по телефону вы бы отказали мне. Садись. Это ты прав. Я не могу бросаться такими кадрами, как Клыков. И вообще, что это за обвинение? У тебя есть доказательства? Нет, к сожалению. Если бы были, я бы не пришел, а сразу арестовал бы его. А так, мне кажется, по крайней мере, у меня есть право уволить его. Чего это вдруг? С какой стати надо увольнять прекрасного работника? Не сработаемся мы с ним, товарищ полковник. Да? Феденька, вот он, между прочим, о тебе совсем другого мнения. Он твою работу хвалит. Как ни странно. Действительно странно. Ты хоть знаешь, кого ты собрался увольнить? Рома Клыков. Настоящий профессионал. Ответственный, дисциплинированный. И вообще, как говорится, бессеребренник. В наше время дорогого стоит. Да уж, незаменимый работник. Да ты не забаскаль. Ты лучше присмотрелся бы к нему повнимательней. Может, что ты не разобрал в нем, не понял по-человечески, понимаешь? Да хорошо, я в нем разобрался. Вчера что-то не прибил его. Ничего, настанет день, я точно пришибу этого подонка. Вот так, да? Федор, Федор, не хотел тебе этого говорить. Ну да ладно. Ты хоть знаешь, что если бы не Клыков, вопрос о твоем соответствии стоял бы на повестке? Даже так? Именно. Я почти уверен, что он был бы решен положительно. Это ты понимаешь? Нет, товарищ полковник, не понимаю. Ты не понимаешь. Но я тебе объясню. Если бы не Клыков, ты бы сейчас не работал на этом месте. Мы тебя держим, потому что знаем, за спиной у тебя матерый профессионал. В любую секунду готов прикрыть. Спасибо за заботу, товарищ полковник. Помолчи, ты другой бы судьбу благодарил за такие кадры, он тут кочевряжется. А что ж у вашего матерого профессионала смертность в тюряге, как на войне? Федор, первое. Я прошу уважительно относиться к месту работы. Не тюряга, а тюрьма. Второе. Мы действительно теряем людей. Теряем, как на войне. И в этом есть наша вина. И моя тоже, я не отрицаю. Но ведь главный ты виновник, Федор, твой погибший друг Буланов. Хоть о покойниках плохо не говорят. Да и мужик он был неплохой. Но ведь это под его руководством дисциплина опустилась до нуля. Именно при нем произошел бунт. Тут еще аморалка. Спать ты с чужой женой. Нехорошо это, Федь. Нехорошо. Ну, если следовать логике, то во всех смертях после бунта виноват новый начальник, то есть я. Вы же да это не заводись ты, Федор, ну никто тебя не обвиняет. Но ты должен понимать, что после такой пугачевщины, ну, круги по воде еще долго ходят, и тюрьма не может сразу успокоиться. Она ведь как живая. Понимаешь ты? Хоть и каменная. Живая тюрьма? Именно, Федя. Именно. Она живая. Ты чего уставился? Да выглядишь хреново. Просто настроение поганое. Что, следак испортил? Адвокат. Что, по делу что-то? Да нет, там все ровно, без изменений. А, что тогда? Да так. Принести кое-что должен был, не принес. Что, забыл или не достал? Не достал. Забывать такие вещи не рекомендуется. Да ладно, Лен. Поехали. Как скажешь. Вот смотри, как у человека жизнь изменилась. Буквально несколько дней назад ему срок корячился. А сейчас
дело пересматриваем. Могут скинуть. Или вообще могут выпустить. Не исключено. Адам, а ты что, на свидание к девушке, что ли, собираешься? Да нет, вот люди говорят, надо человеком выглядеть в суде, а не как бомж с вокзала. Филин дал пиджак, а котовую рубашку. Классно, да? Мачо. Если судья женщина, то влюбится и отпустит. Не, у меня Ирма есть. Надежда. Вот главное, что у нас есть. Правда, Адам? Да. Чего ты с ним? Я не знаю, вообще весь день такой ходит. Странно он какой-то. Да, да. Че с тобой, Чапай? Слышь, Лен, мне деньги нужны. Надо. $200 срочно. Я матери скажу, она достанет. Лен, пока скажешь. Пока достанет. Боюсь, поздно будет. Слушай, а зачем тебе? Понимаешь, такая шняга. Чапай, слышишь? Дед с тобой поговорить хочет. Ты чифиришь? Да нет, дед, спасибо. Что-то хреново. Может, сердце ничего не знает. Это плохо. Разговор есть. Слушай. Я должен по хатам пройтись. Посмотреть, что к чему, порядок навести. А вы ты хоть свой смотрящий нужен. Я тебя выбрал. Меня? А что? Правда, тебя мало кто знает, но я присмотрелся к тебе. Вором не зовешься, но бродяга ты тертый. Не первоход, понятия ищешь. Дед. Спасибо тебе, конечно, но не смогу я. Порядок, если что, в хате поддержу, а смотрящие, извини, откинуться я должен вот со дня на день. Настаивать не могу. Ну, ты подумай. Хорошо, дед, подумай. Спасибо, спасибо, Чапай. Класс. Ну, Чапай, что? Чапай, ты чего? Чапай! Доктора! Доктора сюда! Человеку плохо! Чапай! Как он там? Эй, тебе там лучше? Лучше. Уже уходите, Ерма? А вы что-то хотели? Всего пару вопросов. Пожалуйста. Только, Ирма, подумайте хорошенько перед тем, как ответите. Итак, вам звонила Ирина Ефимовна Живцова? Ну, я же вам уже говорила вчера. Нет, не звонила. Ирма, я же вас просил подумать. Это ведь ваш домашний, так? Да. Я абсолютно точно знаю, что Ирина Ефимовна звонила вам. Память во мне, ну, звонила. Но она просила. Да, я понимаю, она просила никому не говорить. Но дело в том, Ирма, что вчера ее хотели похитить и убить. Как? Да. Вот он, этот самый человек. Вы не встречали его?
Нет, я не помню. Я думаю, что нет, правда. Тогда, Ирма, запомните его хорошенько. Хорошенько. Да. На всякий случай. Что касается Ирины Ефимовны, передайте ей, если она вдруг позвонит или вы неожиданно встретитесь. Так вот, передайте ей, что передать? Так вот, передайте ей, чтобы она обязательно связалась со мной в любое время. Чего тебе ЧП хотел? Бабок хотел. А я бабок дать не могу. Я ж катал. А катал без бабок все равно, что щипач без пальцев. Врубаешься? Не очень. Ну, со мной и так мало кто катать садится. А бабки уходят. Скоро Галя светит. Зачем ему бабки? Он тебе не сказал? Не. Зачем тебе? Мне нужно. Нужно. Очень нужно. Ну так давай сыграем. Скажу. Тем более, что тут звенел, что в картах крут. Ну? Потом сыграем. А, смотри, я за язык тебя не тянул. Считай, что подписался. Да? Да говори уже. Значит так. Жаловался твой кентяра, что подсыльный весь. А без микстуры его только на пару дней хватит. Так всегда бывает. Часто. С виду мамонт, а внутри труха. На микстуру-то и не хватает. Ясно, спасибо. Классно выглядишь. А, спасибо. Там мама все-таки на суде будет. И еще кое-кто. Да. Еще кое-кто. И охота людям такие мастырки себе делать. Можно ж по-людски договориться. Так не на что же мне договариваться. Вот тебе таблетка от воспаления. И катись. Ну, а ты как? Отпустила? Ну, так вроде. Сам-то хоть знаешь, чем болен? А то пока доктора нет, я уж и не знаю, что с тобой делать. Да знаю. Спасибо, сестричка. Да не за что. Ну, все нормально, сестричка. Я в порядке. Да, и в камеру пойдешь? В камеру сейчас не могу. Ну, если только завтра. Ну, завтра так завтра. Ну, как вот по-твоему, что на кичи главное, а? Ну... Не верь, не бойся, не проси. Ну так-то, ну так. Но это личное дело каждого. А как ты будешь здесь в обществе среди людей жить? Ты об этом думал? Ты его слушай, слушай. Он тебе плохого не посоветует. Эх, Ваня, перед тобой лежит большая жизнь. И прожить ты ее должен так, чтобы не было мучительно больно нигде. Ты меня понял? Нет. Всему его учить надо. Ну так вот, слушай внимательно. Если ты пацан нормальный, не сука какой-нибудь, да, понял меня? Понял ты меня. То тебя на любой зоне как своего примут. Главное вот что. Чуханом не стань. Понял? Чуханом не стань. Держи себя, как подобает. И следи за собой. Понятно? Понятно. Ну вот, видишь как. Яков, ну вы молодого человека как к экзаменам в вузе готовите.
Да, и причем бесплатно. Слушай, а я добрый, мне науки-то не жалко. И совершенно напрасно. Он, между прочим, еще не осужден. И вполне возможно, что выйдет отсюда и станет нормальным человеком. Он сначала пацаном нормальным должен стать, а человеком уже потом. И к тому же Ивану самому нужна моя наука. Не так ли, Иван? Если нет, то без базара нормально все. Нужна прикус. Ну вот, вот, видишь? Слушай дальше, Ваня. Самарин, глицин свой бери. Да. Спасибо. Царёв, бромгексин после обеда одну. Дергач, то же самое, бромгексин после обеда одну. Спасибо тебе, сестренка. Дай бог тебе жениха хорошего, большую квартиру и 5 детей. Типун тебе. Слушай, а там... Что там, у меня нет ничего? Не выписано ничего. Ванька, Тумбасов. Ты что ли? Ты что, не узнаешь меня? Ангелина, я Одинцова. А это Ванька Тумбасов. Мы с ним вместе, это, в 5-й школе. И отцы наши с ним вместе работают. Ну, ты что, не узнаешь меня? Привет. А как ты здесь отчился? Слушай, отстань, а? Извините. Мы потом поговорим. Так-так. А я-то все парюсь. Где же я твой рогальник-то видел? Нашла, нашла там, где ты их оставила, и там их взяла. Прости меня, Ирмочка, а с тобой никто не следил? Да нет, кажется. Кажется или точно? Ну, кажется, что нет. Ну что, штирлиц, что ли, Ир? Так, это хлеб, это ерунда. Так, смотри, груши, яблоки, виноград, там сыр, колбаса, всего навалом. Все мы с тобой все помоем, поедим. Мне только кажется, что Сеченов знает, что ты здесь. Ну, Сеченов, это не страшно. Главное, чтобы другие не знали. Он просил позвонить тебе, если ты сможешь. Да, я позвоню ему попозже домой. Ирмочка, прости меня, пожалуйста. Давай закроем окно, можно? Занавески я имею в виду. Сейчас, сейчас. Господи, главное, чтобы только Клыков не догадался, что я здесь. После нашего разговора телефонного. Вы не встречали его? Таня.